Здесь православная культура на этой земле. Человек должен, любой человек, какая бы у него вера ни была, он должен полюбить культуру, в которой он живет. Это очень важно. И тогда он сможет легко жить в этой стране. Вот здесь православная культура. Если бы человек жил в Индии, я бы ему сказал, полюби ведическую культуру. Если бы он жил в Турции, полюби мусульманскую культуру. Когда я читаю лекции в Израиле, я им говорю, полюбите еврейскую культуру. Это правильно так жить. Поэтому я включаю там одну музыку для другую. Там в Казахстане включаю вот эту вот мусульманскую мелодию. Здесь включаю православную. Слушаем православный хор. И как они в настроении вот это вот, так же, как они, сильно слушая, сосредотачиваемся, забываем про себя и повторяем «Я желаю всем счастья».